это понять невозможно, но понять необходимо. Что такое человек? Человек дышит, ест, пьет, одевается. Дальше в России греется. Дальше работа. Без первых четырех он жить не может. Вот это нужно понимать всем. Что такое центральная городская ярмарка? Она дает вам еду и одежду. Ну, про еду понятно, ярмак через Грязнова, а вот одежда. И так часто получается, что одежда в разы дешевле Озона и Wildberries. Озон – это китайская версия AliExpress. И то, и сё, и пятое, десятое включают в себя рекламу, а это включено в стоимость товара. Но, слава богу, у нас прямое сообщение через море с Турцией и больше, чем где-либо граница с Китаем. Убираем тонны рекламы и получаем наше будущее. К слову о том, что и я через это прошел. И квартира, честная, как и машины, были быстрее, чем у моих работников комбината. Но раньше квартира была у того, кто плюнул на образование и дал возможность одеваться. Я часто люблю красавиц. Так вот, Катенька, красавица, плюнула и правильно сделала. Вот только где? Здесь, на центральной городской ярмарке. То есть первые и постоянные вещи – это центральная городская ярмарка. Я говорю это для тех, кто не въезжает в жизнь. Она меняется, но она работает. Да как? А вот так. Есть места, но дешевле мест нету. И любой человек с жилкой, не ушатанной бредятиной, может, включив мозги. А эта сумма примерно в полляма, заняв, съездив в Китай или Турцию, однозначно быстрее получать удовольствие, не влазя в ипотеку. И тогда, а вот тогда, вы можете регулярно отмечать и Сабантуй, и Покров, и жить для человеков, не тыря и не воруя. Бизнес есть бизнес, но здесь он с человеческим лицом.